Всем привет! Я только что высушила волосы, подкрасилась чуть-чуть. Чувствую себя теперь человеком. Потому что утром мне опять не хотелось вставать с кровати. Я встала только в 11:20. Да, в 11:20 пошла обед погрела, потом сходила уже в душ. И я бодрячком. Даяшка спит, что очень удивительно теперь, потому что, ну как, в последнее время она не спит. Но в любом случае часик она отдыхает в кроватке, а сегодня уснула очень быстро. Очень. Я уже вижу, когда она не засыпает, там, знаете, 20 минут, значит, наверное, на 90%, что она не уснет днем. Мне кажется, правда, она не устает просто в течение вот этого утреннего времени с 7 до 12. Ну, блин, я не очень люблю гулять вот именно зимой. Мне нравится гулять вот когда тепло. Знаете, кофту, свитер накинул и пошел хоть в 7 утра, я могу выйти на улицу спокойно. Вот именно в такое время не люблю. Не могу себя перебороть, вылезти из кроватки, одеться, еще же надо накраситься, причесаться. Короче, надо срочно купить шапку, тогда не надо будет мыть голову. Потому что я не могу выйти с грязной головой на улицу. Для меня это какое-то табу. Так что вот так вот. Как только магазин откроют, обязательно пойду покупать шапку. Все, надо уже понемножку сейчас идти Даяшку будить. Я хочу немножко прибраться в комнате, потому что тут опять хаос. Так у меня все выглядит, когда я сушу волосы. Все валяется, лежит, там открыто, там. У меня нет места, где стоит моя косметика, поэтому она стоит у меня в углу до жарких дней, потому что когда лето, я уже ее туда не ставлю, так как солнце, и будет большая печаль. Так, вот так вот спрячем, чтобы не видно было. Оп, видите, и все, ничего не видно, порядок. Сейчас я быстренько все это уберу. Тогда будем идти будить Даяшку. Мне надо еще пропылесосить. Не знаю, откуда песок. У меня у одной постоянно вечный песок. И у меня еще стирка постиралась. Так что все, я убираться и будить моего жулика. Да. Что такое? Как ты быстро сегодня проснулась? Привет. Там луна? Да, там луна. Тебе луна приснилась? Да, там луна Спать? Что тебе еще приснилось? Луна была большая? Красивая? Как хорошо, Даяшке луна снилась. Так, сейчас я окошко открою. Где луна? Во сне? Да. Ты видела, да? Да. Пока спала. Да. Ну и большая она была. Там луна наверху. Там наверху? Да. Ну там нету луны, подожди, не вижу. Дом где твой? Да. Вот. Нет. Может, где твой стул? Нет. А, дом. У нее есть такая карточка магнит. И вот, видать, она ее и потеряла. Мячик мой. А где магнит твой? Подними игрушку, вот лежит, видишь? Подними вот игрушку маленькая. Где? Я не знаю, где твоя карта. Карта магнит. Не знаю, куда ты могла ее запихнуть, нигде ее нету. Вот куда она могла упасть? О, что я нашла? Даяночка, смотри, что я у тебя нашла в кроватке. Да. Так, давай я закрою тут. Уже несколько дней стоит куча белья постиранного. Я не могу ее сложить, мне лень.
Лена, где твоя карта? Не знаю. И куда она могла деться? Вот куда? А я нашла. А я нашла. Вот это? Смотрите. Эстония, город Тарту. Мама, я нашла карту. Нашла карту, да? Все, пойдем полдникать. Спасибо. Пожалуйста, зайчик. Мишка упал. Все, вылазь, пойдем полдникать и поедем туда уже гулять. Сделала нам уже перекус. У нас вот так вот сегодня будет. Вы очень часто спрашиваете, что кушает Милана, почему я не показываю ее еду. Потому что я ее не кормлю. Сидит она у меня голодная уже 12 лет без еды на одной воде. Шутка, конечно. Так, у Миланы будут бутерброды с нутеллой. У меня будут бутерброды с этой шоколадной моей пастой. Просто балдею от нее. Но вот каждый день позволяю себе по 4 хлебца. Подожди, у Даяшки будут яблоко, пипер-куки и сырочек. Будешь сырок? И, естественно, мандарины. Все, мы садимся кушать. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Мы кушаем и выходим. Мы с девчонками пришли в парк. Тут такая красота, все светится, обалдеть, снег идет. Сказка прям. Уже, конечно, подзамерзли немножко. Но очень круто, очень. Народу, конечно, много. Там все светится. Смотрите, какой снег. Обалдеть. Бедный мой телефон. Где мои девчонки там? Что вы тут делаете? Даяна бегает? С
Смотрите, какая красота вблизи. Супер. Вообще класс. Смотрите, кого мы нашли. Это, наверное, Мишка, а хвостик у него... А, это зайчик, у него есть хвостик, только глазок нету. Ну, такой упитанный. Не похоже, что зайка испытывает кризис. Даяна! Даяшка убежала, я испугалась. Изначально не заметила, где она. Смотрите, где она стоит. Боже, у меня чуть сердце в пятки не выскочило. Это кошмар какой-то. Это глаза? Выпученные, удивительные. Даяночка, иди сюда. Тут тоже кто-то, но это кто-то непонятный кто. Вот этот, наверное, измученный нашим карантином чувак. Идет, идет. Идет. Ты идешь? Вот мать! У нее же на штанах есть отражатели, а я искала, где купить ей отражатель. А это что такое? Люди старались, делали, а ты своими ногами топчешь? Так не надо? Все, мы пойдем кушать и поедем уже домой понемножку, потому что я реально замерзла, у меня все руки красные, я еще в тоненьких леггинсах, такие, знаете, как колготки, сапоги такие весенние-осенние, я замерзла, так что все, мы идем кушать и домой. Включу тебе. Ну, нет, убери ручки, Диана. Все. Даяшка тут смотрит мультики. Мы уже приехали давным-давно домой. А я хочу... Милана развешивает белье. А я хочу, знаете, что сделать? Мне надоела обстановка в Даяниной комнате. Все как-то не так. Блин, и все из-за этой розетки. Если бы вот эта розетка была бы сделана... то было бы совсем иначе. Она мне очень нужна, так как у нас есть ночник. И, короче, не знаю. Сейчас попробую что-нибудь переставить. Хочется, знаете, такого что-то... Не знаю, мне надоело все. А мне не нравится то, что стоит вот этот ящик. Хочется его как-то иначе поставить, потому что, смотрите, тут я включаю Даяшке лампочки. Ну вот, например, если у нее включены лампочки, сейчас я включу их, о, не разорвала, то она не может тогда открыть этот ящик нормально. Получается, что эти лампочки туда-сюда ходят. Хочется как-то что-то получше сделать, не знаю. А, наверное, вот эту штуку переставлю сюда, и тогда лампочки можно будет пустить по этой полке. Хотя они, знаете, на этом подоконнике тоже хорошо смотрятся. Не знаю, сейчас буду думать. Я думала сначала кроватку поставить к этой стене. А, не знаю, как насчет того, что она будет около дверей. Ой, не знаю. Я, скорее всего, наверное, знаете, как сделаю? Я сейчас сяду, нарисую план, как мне больше нравится. И, наверное, по плану и буду делать. Так будет гораздо легче, наверное. Но не знаю. Или меня что-то выбесит, и я опять ничего не переставлю. Тяжело, тяжело, тяжело решить. Знаете, комната такая, она как бы квадратная, но она небольшая. Эта комната, вроде бы, если я не ошибаюсь, 11 квадратов была. Да, 11. Ага. Поэтому ни туда, ни сюда. Видите, у нас еще транспорта очень много. Она с этим всем играет. Она катается постоянно, на беговеле катается очень часто. Раньше, кстати, не каталась. Я его буду скоро продавать и хочу купить уже побольше, который на ее возраст пойдет, на рост. Тем более она у меня высокая девочка. А этот буду продавать. Ну, ближе, наверное,
к лету. Посмотрим. А машинка, вторая машинка, где вторая машинка, не помню, коляска тоже активно пользуемся, самокат тоже очень активно пользуемся, вот тот велосипед, я его почему оставляю, потому что я продала наш двухколесный и не хочу, чтобы она до лета забыла, как крутить педали, да? Будем перестановку тебе делать? Вот этот транспорт, кстати, очень сильно мешает. Вот он съедает основную часть пространства. Куда бы его впихнуть, даже не знаю. Балкон у нас не застекленный, он у нас открытый. И никак. Я сейчас буду думать. Как вы думаете, что я решу? Смотрите дальше. Даяшки, я навела порядок. Чего ты? Теперь у нас вот так вот. Не знаю, переставила немножко все. И кажется, знаете, порядок. Хотя, в принципе-то, ничего не сделано. Вот, кстати, как коляска, хотел сказать, кроватка, выглядит теперь обалденно. Я сначала боялась вешать туда, но мне нравится теперь. Так что вот так вот. Так, машинку и один велосипед я забрала себе в комнату. А смотрите, какая у меня красота. Поставила себе на видео камин. И он так щелкает, слышите? Обалденно. У меня в комнате стало теперь вот так. Вот так, сейчас я свет включу. Вот так. Я хочу в дальнейшем поставить сюда какой-то вот коврик. Не знаю, наверное, скорее всего, круглый. Слышу, да. Так что... А, и Даяшкина велосипеды. Вот один велосипед, машинку засунула сюда. И под низ у меня залазит еще беговел. Даяна, я только что сложила. Вот гонщик, вот нравится ей ездить. Скорее бы уже лето будет на велосипеде гонять. Так что вот так вот. Там подарочки уже стоят. Это завтра ко мне приедет племянник, крестница и брат крестницы. Это им подарочки. Сегодня будем с вами прощаться. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока.